Добрый день, уважаемые жители Республики Саха-Якутия. Текущая санитарно-эпидемиологическая обстановка в республике характеризуется 105 новыми случаями коронавирусной инфекции. В столице республики зафиксировано 60 случаев. Продолжает фиксация больше 10 случаев, 13 случаев фиксации в Мегино-Кангаласском районе. Еще раз обращаем внимание на Мегино-Кангаласский район. С учетом того, что сегодня приняты все организационные меры со стороны органов государственной власти, Министерства транспорта, Министерства труда, Министерства предпринимательства, Министерства здравоохранения, а также федеральные органы и органы местного самоуправления, направлены на то, чтобы ситуацию непосредственно в Мегино-Кангаласском районе, Улусе, свести, значит, к недопущению распространения инфекции. Значит, увеличилось количество лиц у нас зараженных в Чурапчинском Улусе. 7 фиксируется сегодня, значит, случаев. Вчера состоялось заседание, индивидуальное рассмотрение Чурапчинского, в том числе Улуса, Усть-Алданского и Татинского, на которых, по нашему мнению, является осложненной ситуацией. Соответствующие меры в Улусе будут приниматься. Увеличилось количество случаев и зафиксировано 6 случаев в Амгинском Улусе, в Намском Улусе 4 случая, в Сунтарском, Усть-Алданском по 3 случая, в Алданском, Горном, Нюрингринском по 2 случая, в Верхоянском, Кобяйском, Аймеконском по 1 случаю. Особое внимание, безусловно, я обращаю на, как правило, на Северный Улус и на Верхоянский и Аймеконский районы, в которых сегодня фиксируется по 1 случаю, соответственно, и 1 случай должен стать предметом очень такого детального рассмотрения со стороны оперативных штабов и настороженности со стороны граждан этих районов. За сутки нами проведено 1846 исследований на новую коронавирусную инфекцию. И в целом по республике за весь период пандемии обработано 1 071 938 тестов. В настоящий момент продолжается работа по вакцинированию населения на территории республики. Значит, в целом количество вакцины на территории республики составляет 136 084 дозы вакцины. Получили вакцину на настоящий момент 113 299 человек в республике. Таким образом, из поступившей вакцины используется вакцина на 83,4% от общего объема вакцины. Мы приглашаем вас также, граждан республики, на вакцинирование. Соответственно, сегодня, значит, у нас не доставлена вакцина лишь только в северные районы. Оно связано прежде всего с нашей территориальной особенностью. Во всех остальных районах соответствующая вакцина, значит, присутствует, поэтому граждане могут приходить и проходить вакцинацию. Уважаемые жители Республики Саха-Якутия, со вчерашнего дня, значит, в ряде районов республики для школьников введено дистанционное образование. А это значит прежде всего, что окончание учебного процесса пройдет вот в таком онлайн-формате. В связи с этим, значит, просьба, рекомендация к родителям детей в обязательном порядке, значит, ну, прежде всего, значит, отслеживать саму по себе ситуацию по месту нахождения детей и, конечно же, при первых же признаках заболевания обращаться в наши учреждения здравоохранения, которые работают, значит, по полным графикам в режиме повышенной готовности. Уважаемые жители Республики Саха-Якутия, действительно впереди лето, и сейчас очень многие планируют свои выезды в Улусы и районы республики. Соответственно, на настоящий момент оперативный штаб рекомендует соблюдать двухнедельную изоляцию при переезде в, значит, соответственно, из города Якутска и из районов, в которых на настоящий момент является обстановка повышенной, для того, чтобы все-таки не заражать родственников и для того, чтобы не давать распространения инфекции.